Всем привет, ребят. Опять очередная посылочка из Китая. Уже пишется с такой комбинацией. Я специально, что вдруг в перспективе спор будет. И пишется здесь, ну, типа, Bluetooth headset. И вскрываем ее. Что у нас окажется внутри. Упаковка, кстати, что в чем плюс, что идет. Ну, специально же для продажи, но чуть-чуть оказалось, ну, типа, испортилось во время перевозки. Ну, в принципе, что все сделано относительно терпимо. Что скотчем попытались упаковать ее, но не получилось. Что, в чем прикол? Потому что я ее купил, что читал по впечатлениям людей. Все писали, что за такую стоимость оказалось, что классная, вполне она. Ребят, так, я высовываю. И смотрите, что вы увидели, я специально... чуть еще ближе. Здесь еще громкость у нас включается. Здесь у нас идет, я не знаю, оказался, ну, микрофон, я так думаю. Такая пимпочка, кнопочка включения есть. Здесь питание. Думаю, вы видите. Ну, смотрится, я так думаю, ну, что классно. Так, ну, что пишется здесь, Bluetooth headset для вашего телефона. Инструкция, я так думаю. И технические аспекты ее. Из комплектации, что у нас, ребята, идет. И что там, что вписалось, то, что стерео, я не знаю, или действительно стерео, что есть инструкция. Так, я так думаю, что инструкция никому не будет интересна. И что у нас еще есть? Такое, и такое, и такое. Так, все, из коробочки ничего. Оказалось, у нас еще за компанию, для уха, пимпочка, крепление. Есть, оказался шикарный USB. Да, конечно, ну, компактный, но в любом случае, что это не главное. И стерео идет, ну, самое дешевое и самое хреновое, и кое я в глаза только видел. И попробуем, что включить автоматом его. Есть, что включится или нет. Да, оказался бы хоть какой-нибудь опознавательный знак, что включился. Что, думаю, вы увидите, что специально у меня сейчас на испытании телефон от компании ZTE. То я и попутно попробую включить, что у нас будет, ребят, сразу. Ищем. Телевизор есть. Вот, еще есть. Шипица включено. Установки, что у нас, звук есть. Отсылание ВКонтакте, еще включаем тоже. Есть. И хотелось бы испытать... Ну, если честно, ну, китайцы ж написали, что стерео. То если стерео, то значит должно что? И звук быть отсюда и отсюда. Давайте попробуем его втыкнуть сюда. Как здесь? Ага. Отвечать. Что включили? Что включился автоматом интернет у меня. И попробую включить я сейчас еще музыку. Чтобы вы услышали, что как... Ну и включается и срабатывает эта тема, ребят. Обликовый запуск пропустыты. Это нам не надо. Главное, что есть чуть-чуть из музыки у меня. И звук. Я не знаю. Оказался звук. И одну секунду. Я попробую втыкнуть в ухо. Не, ребята, ну, звук оказался здесь шикарнейший. И покажу сейчас, я вам попытаюсь в картинку сделать. Я не знаю, как я втыкнул в ухо ее для себя. Как она смотреться будет. И смотрите, что у нас будет, ребят. Вот так вживую смотрится. Из наушника, что, думаю, вы увидите. И попробую сейчас специально отключить его. Ну, кстати, ну, звук здесь оказался... шикарнейший, что действительно, ну, за такую стоимость, что стоит она, есть. И попытка еще одна, ребят, смотрите, как она смотрится, я не знаю, так лучше будет вам показать. Ну,
Что, в принципе, ну, впечатление, ну, все сделано, ну, что классно и на пятерочку. Что звук, то оказался изумительный. Вот и все, ребята. Ссылка внизу в описании будет. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!